Впервые в нашем городе Тюменский фестиваль свадебно-семейного видео «Про семью 2014». Популярные видеографы Тюмени представят избранные видеофильмы о семье. В конкурсной программе представлены следующие номинации: «Свадебный клип», «Выписка из роддома», «История любви», «Семейный клип». Специальный гость фестиваля – режиссер и видеограф Вадим Корнель, город Москва. Ждем вас всей семьей 2 марта в 15:00 в кинотеатре «Киномакс» торгово-развлекательного центра «Кристалл».